Да, мои добрые читатели, вам не хотелось бы видеть обнаруженную человеческую бедность. Зачем ты, брат, говоришь мне, что дела в хозяйстве идут скверно? Говорит помещик своему приказчику. Я это, брат, знаю без тебя. Ты мне дай позабыть. Не знать это, я тогда счастлив. Пусть лучше позабудемся мы. Думаете и вы, мои добрые читатели.